А на видео только что завершились забеги конькобежцев на дистанции 1000 метров. Лидер сборной Роман Креч показал 8-й результат, уступив победителю, корейскому спортсмену, 1,5 минуты. Станислав Палкин и Федор Мезенцев разместились на 10-й и 12-й строчках соответственно. Иван Оржанников стал 19-м. Ранее Татьяна Климчук боролась за медали на дистанции 5000 метров, но показала только 9-е место.